23 километра дорог отремонтируют в Одинцовском округе до 1 мая. После зимнего периода из-за обильного количества снега и частого перехода температуры через ноль асфальтовое покрытие ухудшилось, образовались ямы. На сегодняшний день у нас зарегистрировано больше 1200 ям. Почти 1200 ям у нас уже тоже устранено. И в работе у нас еще вот прямо на сегодняшний день, будем так говорить, 48 ям. Эта работа у нас продолжается. Мероприятия в первую очередь направлены на повышение уровня безопасности на дорогах. Помимо ремонта дорожного полотна, вдоль проезжей части уберут мусор и песок. Нам предстоит выполнить большой объем работы, связанный с, значит, ликвидацией последствий зимнего периода. В том числе нам предстоит полностью промыть проезжие части, помыть и покрасить остановки, убрать смет, дорожное ограждение помыть, разметку нанести, мусор убрать. На еженедельном совещании в администрации муниципалитета обсудили планы весенних работ на ближайший месяц. Глава округа Андрей Иванов поставил перед ответственными лицами задачу составить график выполнения работ и четко его придерживаться, чтобы к майским праздникам обеспечить чистоту, красоту и порядок в округе. Прошу вас сформировать планы на каждую неделю по каждому предприятию и показывать, соответственно, динамику, чтобы по всей территории равномерно проводился ремонт и уборка, а не в последнюю неделю вдруг кто-то решил нагнать все 100% работы. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».